Всем привет, друзья! Это Влад, это Ваня. Сегодня мы вам покажем самые частые ошибки новичков, которые они выполняют в упражнениях на турниках, брусьях и в отжиманиях. Погнали! Итак, начнем. Сейчас Ваня будет подтягиваться. Мы посмотрим, какие ошибки он будет делать. Он новичок в этом спорте. Погнали! Итак, какие ошибки он делает? Во-первых, он не зафиксировал тело. У него тело просто дергается вот так. Оно должно быть зафиксировано абсолютно. Во-вторых, выдох должен быть прямым. А он что-то на середине пытался и выдыхает. Это тоже неправильно. То есть тело зафиксировано, выдох такой четкий должен быть, резкий. И вдох должен быть, когда он опускается. Показываю правильный вариант. Во-первых, сразу же тело фиксируем. Мы зафиксировали тело, оно не должно дергаться. При этом смотрим вверх. Это основные правила в подтягиваниях. Друзья, теперь у нас идут отжимания на брусьях. Сейчас Влад нам покажет свою технику, как он выполняет это упражнение. И мы посмотрим ошибки, которые он делает. Погнали. Первая ошибка. Он дышит вообще неправильно. Смотри. Дыхание абсолютно неправильно у него. А это самая важная часть. Выдох должен быть при усилии. То есть вы опускаетесь, у вас вдох. И выдох, когда вы взлетаете вверх. Резко. Вторая ошибка, которую он сделал. Он очень быстро делает вот это все. Это неправильно. Когда вы опускаетесь вниз, вы делаете медленнее, на негативе. А когда вверх, уже с выдохом таким и резким. И делаете гораздо быстрее, чем когда вы опускаетесь вниз. Две ошибки, которые он сделал. Все новички делают ошибки. Итак, друзья, сейчас мы переходим к отжиманиям. И Ваня нам продемонстрирует свою технику отжиманий. И мы посмотрим, какие ошибки он допустит в этом отжимании. Погнали. Смотрите, первая ошибка, он очень сильно выпучивает зад вверх. Это неправильно, тело должно быть прямое. Сейчас он прогнул, тело должно быть абсолютно прямое. Еще прямее. Вот, вот это теперь правильно. Когда вы поднимаетесь на усилие, у вас должен быть выдох. Когда опускаетесь, вдох. Теперь показываю правильную технику. Фиксируем тело, оно абсолютно должно быть прямое. Заметьте, я опускаюсь ниже, поднимаюсь гораздо быстрее. Когда опускаюсь, вдох, при усилии выдох идет. Опускаемся мы до конца и поднимаемся тоже до конца. Тогда амплитуда наших мышц будет больше гораздо. Ну вот такие, конечно, нюансы есть. Все новички делают ошибки, поэтому такие вот дела. Делайте все правильно. А так, спасибо за внимание всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.